Здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Хочу поделиться с вами потрясающей новостью. Скоро я стану офигительно неприлично богатым человеком. Вот, смотрите это видео до конца, и вы все поймете. Я вложился недавно в венчурную инвестицию. Что такое венчурная инвестиция? Венчурная инвестиция – это когда собираются какие-то вот энтузиасты, они горят какой-то новой идеей и говорят: слушайте, вот у нас такая потрясающая идея, она порвет всех конкурентов и взорвет рынок, и если вы нам поможете ее реализовать, то вы, значит, как совладельцы этого сервиса получите абсолютно офигительную прибыль. Вот такая штука. И действительно, венчурные инвестиции иногда дают бешеную прибыль в десятки раз растут инвестиции, которые вложены. Но чаще они превращаются в ноль. Вот. И есть венчурные фонды, которые как раз занимаются вот оценкой этих проектов, и они вкладывают в такие проекты, в энтузиастов, а вдруг стрельнет. Вот. И, соответственно, где-то 80% этих инвестиций уходит в никуда, вот. Но те 20%, которые все-таки стреляют, они стреляют очень и очень хорошо. Вот на это весь расчет. И я иногда делаю такие инвестиции. Я считаю, что если куда-то вот бить, там, так сказать, в разные места, то вдруг где-то прорвет и будет взрыв. И такими венчурными инвестициями меня все время засыпают. То это какое-то колесо Дуюнова, в которое я так и не вложился, то это проект Skyway, небезызвестный, который тоже я смотрел, думаю, что такое, но не вложился. Вот, был проект TaxFone, в который я вложился, и, ну вот, недавно похоже, что он превратился в пыль, то есть там ничего не осталось, вот, от TaxFone. Еще был такой проект, вы знаете, WinWin People, тоже, в принципе, это стартап, я об этом рассказывал 2 года назад, и там ожидался рост, да, там сервис и так далее, но не уверен, что там все получится, потому что я не уверен, что получится бешеная прибыль, но проект работает, он еще не закрылся, там он развивается, дай бог им удачи, кэшбэк возвращается, кэшбэк начисляется, все там нормально, но, к сожалению, прибыль от кэшбэка очень-очень маленькая, и там учредители все, ну, я так и предполагал, в общем-то, они все из сетевого маркетинга и развивают проект данный. Сетевой маркетинг там великолепный, а вот сам продукт немножечко хромает. Ну, и все эти колесо Дуюнова и Skyway, и в том числе вот тот проект, о котором я сейчас буду рассказывать, тоже с участием сетевого маркетинга. Так что смотрите, прокомментируйте, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, как вы думаете, пролечу я или нет, напишите, пожалуйста, свое мнение, вложились бы вы в такой проект или нет, как вы поддерживаете или нет, как все случилось. Мне уже несколько, ну, последние, наверное, больше, чем полгода, несколько человек подходили, говорили: Юра, вот есть такой новый проект нового мессенджера. Мессенджеры – это такое дело, там прямо все интегрировано и все такое, вкладывайся. Я говорю: да, отстаньте. Вот, потом с другой стороны ко мне приходит: мессенджеры – это такое дело, вкладывайся, отстаньте. Вот. И, значит, одна моя знакомая, она такая, в принципе, не самая бедная женщина, скажем так, тоже говорит: я послушала туда, сходила на презентацию пару раз и решила вложиться. И вложила туда 10 тысяч евро. Я говорю: ты что? Говорит: вот почему-то поверила. И, значит, ну, она меня не звала туда, не затаскивала, просто говорит, что вот, ну, в принципе, есть возможность заработать. Я считаю, что есть, сказала она, 10
тысяч евро. И она, значит, рассказала об этом нескольким знакомым, там они тоже вложились, значит, вот. И где-то месяц назад как раз был такой момент, что, ну, мне шли очередные денежки, там в районе 100 тысяч рублей, вот, и она говорит: слушай, вот прямо сейчас такой вот момент такой, что прямо вот, ну, условия, что я хочу, чтобы ты заработал. Инвестиция грозит дать 50-кратный рост. По оценкам. Приходи на презентацию, ты сам все увидишь. Вот. И я взял и прямо вот, ну, не знаю, то ли на эмоциях, то ли как, сгоряча вложил туда, ну, в районе 100 тысяч рублей. Вот все эти 100 тысяч я туда и вложил тогда. И я уже не помню, это было то ли до Нового года, то ли сразу после Нового года. Вот. Просто я, ну, как бы вложил и все. А вчера я был на презентации как раз по этому мессенджеру и послушать, что это такое. Вот. Сейчас я вам расскажу немножечко вкратце то, что я понял. Я далеко не все понял. Вот. Но посмотрим. Наблюдайте, что будет. Что будет? Вот. Итак, это мессенджер. Jam for me. Вот. Ну, у каждого из нас есть на телефоне, значит, свои мессенджеры. То есть недавно это был бум совсем. И лично у меня, например, я первый мессенджер, который поставил лет там 5 или 6 назад, не помню уже сколько, был Viber. Мне он очень понравился, значит, все классно. Вот. В чем преимущество Viber было? Те же самые вроде смс-ки, да, так сказать, там, ну, чего, ну, позволяет файлы пересылать, позволяет там какие-то смайлики эти посылать фиговые, вот, и в чем прелесть мессенджера Viber, в том, что он и на компьютере стоит, и на телефоне, и если мне что-то приходит, значит, я могу открыть на компьютере, сохранить файл этот, файлы можно посылать, в отличие от смс-ок, вот, и, собственно говоря, очень удобный. Но я посмотрел, что все-все-все пользуются WhatsApp, в конце концов я тоже сломался, поставил себе WhatsApp, WhatsApp очень удобный, да, вот, он позволяет многое, но он, у него нет возможности мультиплатформенной вот этой вот на компьютере, мне очень тяжело сохранять, вот, но после этого я поставил себе на телефон Telegram, который разработал наш Павел Дуров. Павел Дуров гений просто, вы понимаете? Вот, он просто гений, потому что я посмотрел, офигительно удобный мессенджер Telegram. И кроме того, что он мультиплатформенный и на компьютере, и на телефоне, у него там, значит, просто гениальный товарищ. У него прекрасные возможности, там ссылки какие-то все эти, у него внутренний браузер, он открывает самые сайты, он видео там показывается великолепнейшим образом, но, ну, вы знаете, я же видеоблогер все-таки, вот, я посылаю людям свои видео, они смотрят прямо не выходя из Телеграма, и у Телеграма есть в мессенджеры вставка уже ботов, то есть там есть возможность программировать, и там есть возможность программировать ботов, чтобы они продавали какие-то продукты, ну, вести людей. То есть, ну, я как программист-то понимаю, я пытался пользоваться, честно говоря, не все у меня получается, вот. Но я знаю, что есть такая возможность, я понимаю, что это может делать. Мне Telegram очень нравится, но, к сожалению, вот Павел Дуров абсолютный гений, а гении в нашей стране не нужны, его вытеснили наши спецслужбы из страны, вот, но Телеграмом я пользуюсь, тем не менее, Телеграм работает, вот, и я думаю, ну, а зачем же еще один мессенджер, вот, и мессенджеров есть еще, так сказать, великое множество, вот, в частности, китайцы, вы знаете, что у китайцев обособленный интернет, и они говорят, что китайцы разработали сами свои мессенджеры. Вот у нас был Дуров, который мог разработать для нас все, но его выперли, потому что у нас гении не нужны. Китайцам гении нужны, они разработали свой китайский мессенджер Weibo, и он пользуется
офигительной популярностью среди китайцев. Чем отличается Weibo от всех остальных мессенджеров? А тем, что это одновременно и соцсеть, и платформа по продаже товаров, там, и, значит, там какие-то рейтинги, они отслеживают всю эту деятельность, там, и есть... Ну, как бы все функции, скажем, Фейсбука и Фейсбук Мессенджера есть, все функции, значит, Телеграма и так далее. И весь Китай пользуется, а китайцев много. И если вы поездите по миру, то где бы вы ни были, вы увидите китайцев. Вот, поэтому, значит, Weibo, он получил широчайшее распространение, но только среди китайцев. Вот, и что за мессенджер Jam for Me? Почему создатели этого мессенджера утверждают, что он получит такое большое распространение? Дело в том, что вот эти самые создатели мессенджера Jam for Me, они наши ребята, компания, значит, из Белоруссии, они занимаются вот этими IT-разработками, и они в свое время разрабатывали мессенджер Viber. Это они его разрабатывали. И они его разрабатывали как раз, ну вот мы сделаем сейчас программу, такую систему, которая будет работать, Viber. Вот, и мы ее продадим. И, значит, ну они такие энтузиасты и говорят, мы ее продадим, мы ее продадим. И ребята, значит, рассказывают об этом на каких-то там в Силиконовой долине, еще где-то там. Вот. Им предлагают за этот мессенджер 900 тысяч долларов. Они говорят, слушай, такие деньги вообще нормальные. И, значит, ребята, недолго думая, хренак, продают его японцам. Viber. Японцы, купив Viber, значит, что делают? Они его раскручивают, значит, по всему миру. Вот у меня Viber стоит, работает. Далее, значит, у Viber растет количество пользователей бешеным образом. В результате, значит, через год буквально аудиторская оценка Viber показывает стоимость его 8 миллионов. Короче говоря, в 10 раз выше, чем ребята получили за эту разработку. То есть в 10 раз выше. То есть японцы купили за 10% тот актив, который стоит в 10 раз больше. Понимаете? И они такие, блин, мы-то думали, что мы хорошо его продали, а оказывается, можно было продать в 10 раз дороже. Но ребята, значит, недолго думая, начинают разрабатывать новую платформу. И с учетом уже предыдущих ошибок. Вот. И они же смотрят, сказать, вот Viber, они разработали Viber, и они его продали. Они говорят, хорошо, мы разработаем новую систему, она будет лучше, чем Viber, круче. Вот. И, соответственно, ну, они-то в этом специалисты уже, и уже был опыт, и они начинают разрабатывать уже новую систему, которая будет круче всех. Вот, и эта система называется Jam for Me, разработка находится на завершающей стадии, и для того, чтобы, ну, как бы проводить вот эти вот все работы, естественно, требуются деньги, естественно, требуются какие-то начальные инвестиции для рекламы и для прочего, вот, они регистрируют фирму, так сказать, там, я... Честно говоря, вот вчера было на презентации, я не очень хорошо помню, где там зарегистрировано. Что-то зарегистрировано в Швейцарии, что-то зарегистрировано на Мальте. И то, и другое в Европе, и то, и другое под жесточайшим европейским законодательством. И то, и другое просто вот, ну, проверялось. Да, эта фирма существует, да, это работает. Вот. И, соответственно, на очень высоком уровне ребята регулярно ездят с презентациями каждый год в Силиконовую долину и презентуют вот эту вот свою разработку. Что это будет? Это будет, ну, мессенджер одновременно. Это будет мессенджер, который планируется запустить также по всему миру, в отличие от китайского Weibo,
который, в принципе, нельзя запустить по причине того, что он китайский, потому что у китайцев вот такое регулирование. Это будет, там будут, там уже есть боты, как в Телеграме, они работают, там уже есть... интегрируется туда система Marketplace по продаже товаров, ну, всем не дает покоя AliExpress, всем не дает покоя самая богатая компания в Америке, которая недавно стала самой богатой, Amazon, потом она немножечко приопустилась, вот, это платформа по продаже товаров. У нас Яндекс.Маркет рвет когти, значит, Сбербанк с Яндекс.Маркетом пытается скооперироваться, Мегафон тоже пытается создать свою систему типа Алиэкспресса, потому что, ну, это тренд, понимаете? Так вот, эта система тоже интегрирована туда, в for me. Вот, то есть есть боты, есть marketplace и внутренняя валюта, которой пока еще нет в Телеграме, которая вот на этапе разработки, там тоже уже есть свои внутренние платежи, платежная система. Платежная система идет через тоже европейскую организацию, я сейчас не помню, как она называется, там показывали все абсолютно легально, трансграничные платежи. Вот, своя внутренняя платежная система, то, что есть в Weibo и то, чего нет пока в других мессенджерах. Она здесь есть. И поэтому они говорят, слушайте, я спрашивал там на презентации вчера, говорю, почему вы считаете, что вот именно вас мессенджер пройдет все вот это вот, ну, то есть есть же конкуренты, и их немало. Они говорят, вот поэтому. И, соответственно, первое, есть опыт разработки, есть, то есть он включает в себя те компоненты, которых нет у конкурирующих мессенджеров, и, кроме того, у этого мессенджера уже есть 7 миллионов пользователей. И цена мессенджера зависит от того, сколько пользователей у него есть. Соответственно, ребята учли просто опыт прошлых ошибок с Вайбером, когда они слишком рано продали, так сказать, еще не было количества пользователей. Они слишком рано продали этот продукт, японцы просто раскрутили, так сказать, количество пользователей увеличили в десятки раз, и, соответственно, стоимость увеличилась мессенджера в 10 раз. Сейчас ребята пока не торопятся еще с продажей, уже есть, как они утверждают, покупатели на этот продукт, вот, но, соответственно, они пока еще не торопятся, сам мессенджер будет готов к продаже, то есть сейчас это делается так, инвестиции, долевое участие, то есть там не акции, это доли, то есть я, когда инвестирую туда, то я вкладываюсь в какую-то долю, эти доли, так называемые портфели. Они продаются портфелями. То есть первый, значит, пакетами. Вот, первый пакет – это сейчас 135 евро. Почему евро? Потому что компания зарегистрирована в еврозоне. Вот поэтому. Вот. И вот компания, которая, ну, будет продаваться, они будут продавать все это вот прямо вот не самим мессенджером, а вся компания будет продаваться целиком, которая зарегистрирована в еврозоне. Значит, первый пакет 135 евро, пакет Go, и он дает две доли, скажем так, ну, две акции, грубо говоря. Вот. Второй пакет, каждый следующий пакет, там, по системе Lego, как они говорят, в три раза дороже, чем предыдущий. Вот. Следующий пакет умножаем 135 на 3, 405 евро. Следующий пакет, там уже... Сейчас я не помню. Я думаю, что сейчас вот вы увидите табличку, там сколько акций. Вот, 405 евро. Следующий пакет умножаем на 3, 1235 евро. Это тот самый пакет, который купил я. Ну, это вот уже инвестиционный пакет, который дает 18 акций, во-первых, а во-вторых, 18 долей, а во-вторых, еще, так сказать, есть, ну, я еще успел, почему я быстро торопился, потому что
Там есть две компании. Одна компания Jam4Me, это чисто мессенджер, а вторая компания – это Marketplace, в котором тоже я уже участвую. Вот. И, соответственно, последний пакет, самый дорогой, инвестиционный, там 3600, там, по-моему, 35, что ли, евро. Вот. Ну, короче говоря, вот такая градация. Ну, я оказался инвестором, у которого 1200 евро, значит, вот 100 тысяч рублей я вложил. Вот. Я еще раз повторяю, вот эта женщина вложила больше 10 тысяч евро туда. Вот, и, ну, то же самое, так сказать, сетевой маркетинг, естественно, там используется. Для чего используется сетевой маркетинг? Ну, сетевой маркетинг позволяет взрывообразно увеличить количество клиентов. Вот, но что мне понравилось на этой презентации? Что, ну, презентацию проводил кандидат технических наук, там он выпускник Бауманки, и там все ребята оттуда, в общем-то, которые разработчики, технари, то есть разработчики этого проекта технари изначально, вот в отличие от Win-Win People, где сетевой маркетинг, в основном разработчики из сетевого маркетинга пришли, здесь технари, они горят вот энтузиазмом по поводу мессенджера, он по поводу мессенджера долго и достаточно внятно рассказывал что-то, вот, а когда перешел к системе маркетинговому плану, вот это вот бинарному, он как-то вот говорит, ну вот, вот здесь вот так, вот здесь так, ну там, короче говоря, я совсем, так сказать, не до конца пробираюсь, но здесь можно заработать. Вот, короче говоря, примерно так выглядела презентация по маркетингу. То есть из чего я сделал вывод, то, что маркетинг это у них не основное, а основное все-таки направление на продукт. Вот. И, соответственно, значит, смотрите, вот это все будет, когда сделано, реализовано, почему я стану страшно богатым. Смотрите, первый пакет, который 135 евро, он, там есть какие-то соответствующие коэффициенты, он, первый пакет дает коэффициент 0,25. Что это такое, вы сейчас поймете. Второй пакет, который 405 евро, коэффициент 0,5. Третий пакет, который взял я, 0,75. Ну и последний пакет, коэффициент 1. Так вот, смотрите, после того, как осуществится продажа всего этого проекта, в виде, ну, сказать, вся компания продается, я, когда заключаю договор вот на эту долю, я даю как бы право вот организаторам, что и моя доля тоже в том числе продается. То есть это как бы, ну, привилегированные акции, что ли. Вот. И смотрите, стоимость продажи, всей продажи, вот, всей компании – делится на количество долей, которые, ну, строго ограничены. Вот, эти доли сейчас распространяются, осталось нераспространенными где-то 1.5% всех вот этих вот долей, они в течение марта должны быть уже распределены, к маю месяце они гарантируют, что все завершение будет, все размещение этих будет завершено, и дальше в течение 2019 года, ну, может быть, чуть позже, осуществится такие продажи этого мессенджера. То есть они сейчас планируют к 1 мая завершить все основные технические работы и уже пустить достаточно большие деньги на то, чтобы увеличить количество пользователей мессенджера по всему миру. Ребята хотят рекламировать его в Азии, не в Америке, не в Европе, в Азии, потому что там рынок достаточно большой и неокученный, так скажем. Вот, китайцы, индусы и так далее. Соответственно, планируют продавать его, говорят, ну, минимум это будет 12 миллионов, но вообще говоря, думаем, что это будет 20 миллионов долларов, евро. Вот, и, соответственно, если поделить вот стоимость продажи, ну, минимальная, скажем, вот 12 миллионов евро, делим на количество вот этих вот самых долей, то получается, что одна доля стоит 3000 евро. Понимаете, да? Теперь дальше. Количество долей. Вот сколько получилось от продажи, вот мы всю сумму продажи делим на количество долей,
Получилась сумма за одну долю. Вот. И получается, умножаем это вот на тот самый коэффициент, про который я говорил совсем недавно. Либо 0,25, либо 0,5, либо 0,75, либо единичку. А мой пакет стоит 18 акций. Я вложил 1200 с небольшим евро. Там у меня получилось больше 40 тысяч евро я должен получить при условии, если это будет продано за 12 миллионов. Если будет продано дороже, то, значит, будет денег больше. Вот такая венчурная инвестиция. Понимаете, да? То есть еще раз могу сказать, что вот так. Презентацию я записывал на видео всю. Там она не очень хорошего качества. На мой вот этот вот... вот этот вот рыбий глаз я записывал. Качество, понятно, что и звука не очень, и все. Ну, что-то там можно разобрать. Вот. Если кого интересует, я могу рассказать. Я хочу, ну, рассказать более подробно, наверное. Ну, что значит рассказать более подробно? То, что я уловил, я могу просто... Не, наверное, не смогу выкинуть видео, но попробую смонтировать что-то из того, что есть. Я хочу попробовать, ну, пользоваться этим мессенджером, как мессенджер, он работает уже, я попробую начать пользоваться им. Наверное, сейчас вот будет курс биржи для чайников, как альтернатива Телеграму, я попробую создать тот же самый чат там, в этом мессенджере, Jam4Me, и если кто-то захочет рискнуть так же, как я, вот шальной такой безбашенный, то, значит, обращайтесь. Ссылочку на вот на то, как можно инвестировать, вы увидите под, в описании к данному видео. Вот, ну, или, ну, как это сделать? Что-нибудь я придумаю обязательно. Поэтому, ну, а всем остальным, кто считает, что это недостойно, скажем, и напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Ну, и вообще говоря, ну, закупайте попкорн, наблюдайте за моей инвестицией. Стану я страшно богатым или нет? А вот стану, понимаете? Не здесь, так потом, а стану. Поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.